друзья, битва за бит. Шоу, призванное раскрывать музыкальные таланты. Каждую неделю мы будем готовить музыкальный номер. А победитель заключит мега-контракт со студией. Меня пригласили стать новым наставником в битве за бит. Я покажу молодняку, что такое легенда рока. Да! Звезда рок-н-ролла Болди! А тебе достанется девичья группа K-9! Что? От создателей «Большой красный пес Клиффорд». Они не понимают в роке ничего. Рок-н-ролл — это не единственный жанр музыки. Ого! Здесь просто нереально! Кто знает пароль от Wi-Fi? Девочки, вы же хотите выиграть контракт, верно? Угу. Покажем им рок-н-ролл! А теперь слово уважаемым наставникам. По-моему, чуть высоковато пили. Я бы рад с тобой согласиться, Неон. Но тогда мы оба соврем. Теперь ты станешь лицом нашего шоу. Король подковок! Когда сбился с пути... Можно сказать честно? Да, если только не хочешь расстроить. Тогда лучше соври. Это музыкальное шоу, но оно не про музыку. Музыки не бывает без гармонии. Так мы должны сотрудничать гармонично. Покажи рок. Музыка обладает невероятной объединяющей силой. Агата Муцениеце. Ну давайте зажжем уже! «Рок-Дог 3. Битва за бит».